Здравствуйте, это программа «Актуальный разговор». Меня зовут Анатолий Никитин. Сегодня в выпуске поговорим об эксплуатации электромобилей, а конкретно об инфраструктуре для таких машин. Вы можете присоединиться к разговору по телефону прямого эфира 511-99-66 или по бесплатному номеру для регионов 8 800 532 55. Телефоны будут периодически указаны в титрах, так что звоните. А обсуждать тему мы сегодня будем с нашими гостями. Это заместитель генерального директора акционерного общества «Сетевая компания» Наталья Александровна Азарова. Здравствуйте. Здравствуйте. И начальник службы информационных технологий приволжских электрических сетей, электромобилист со стажем Равиль Ринатович Бахтиев. Добрый вечер. Здравствуйте. То есть вы и не только работаете, но еще и знаете, как эксплуатируется все это. Очень интересно, все нам сегодня расскажете. Ну, давайте начнем вот с такого вопроса. А инфраструктура для электромобилей. Понятно, что она сейчас развивается в России, в Татарстане. Но вот почему в Татарстане вот это активное направление так сейчас поддерживается, вот это развитие? Действительно, проект по реализации зарядной инфраструктуры реализуется практически во всех регионах нашей страны. Татарстан занимает 4-е место по количеству установленных зарядных станций. В Татарстане их на сегодняшний день 183. Почему наш регион? Ну, в нашем регионе всегда возникают какие-то стартапы. Мы передовой регион, который инициативный, который всегда пытается сделать все лучше всех. Ну, то есть, получается, это еще и поддерживается извне, то есть как вот это развитие особенно идет за счет внутренних ресурсов или еще какие-то вот? Сама программа, она предусматривает субсидирование как производителей зарядных станций, так и тех, кто осуществляет их строительство. Кроме того, программа предусматривает субсидирование приобретения электромобилей, особенно это касается крупных корпораций и предприятий. Поэтому, в принципе, данная программа хорошо развивается, в том числе в нашей республике. Субсидии выделяются из федерального бюджета, и наша республика успешно пользуется ими. А какие направления развития сферы вот, электротранспорта и зарядной инфраструктуры сейчас актуальны для России и для Татарстана? Ну, в первую очередь, конечно, это производство электромобилей. На территории республики есть заводы по их производству. Это ЕЛАЗ. Кроме того, КАМАЗ. Мы все знаем, что они были одним из первых автомобильных заводов, которые осуществляли их производство. Они осуществляют производство электробусов, которые, ну, в принципе, в основном поставляются в Московскую область. Кроме того, на территории нашей республики есть производители зарядных станций. Это два крупных производителя. Один из них — это «Промэнерго», второй — это «Зеленодольский электротехнический завод». То есть вот эта инфраструктура в Татарстане обеспечивается в первую очередь вот за счет этих производителей или еще вот что-то извне, то есть как вот представлено? Есть производители других регионов, но вот... Но получается, все-таки как раз вот это развитие всей этой системы за счет того, что у нас здесь и зарядные станции должны производиться и производятся, и автомобили, и, соответственно, не просто мы как эксплуатируем электрозарядные станции, устройства, но вот вся цикличность вот всего этой инфраструктуры для электромобилей, она в Татарстане должна быть и вот развивается есть. Ну да, действительно, у нас полный комплекс, есть и электромобили, есть и зарядная инфраструктура. Тем более сетевая компания, вот она стала одним из основных операторов зарядных станций на территории Республики Татарстан. Ну и считаю, что нам, в принципе, было оказано большое доверие как государственной компании, которая будет устанавливать и осуществлять строительство зарядных станций. Ну вот зарядные станции строятся, естественно, для электромобилей. Вот у нас есть электромобилист со стажем Равиль Ринатович. Вот вы пользуетесь электромобилем. Насколько вот вы часто видите коллег, условно говоря, на дорогах, что тоже пользуются электромобилями? Какие автомобили чаще всего вот, встречаются в России, в Татарстане в этом направлении, электромобили? Ну, я владею электромобилем уже 3 года. Когда я приобретал автомобиль, на улицах дорог были буквально единицы, как правило, только автомобили Nissan Leaf. И мы узнавали друг друга, мы моргали друг другу, тем самым была такая психологическая поддержка на дорогах, некое такое братство. Но в настоящее время я все чаще и чаще наблюдаю электромобили на дорогах, и, как правило, это не только Nissan, это
И Volkswagen, Evolut, Tesla, Porsche. Но в последнее время все чаще и чаще попадаются на дорогу уже китайские производители. Это Zeekr, это Voya. То есть их много и много. Их в глаза бросают все чаще и чаще автомобили. Ну, соответственно, раз их много и много, и чаще встречаются, соответственно, инфраструктура востребована. А по какому принципу размещаются станции в Татарстане? Ну, по поводу размещения есть отдельная концепция, которая согласована на уровне правительства нашей страны. Концепция предусматривает, ну, в первую очередь, строительство зарядной инфраструктуры. Это на федеральных и республиканских трассах, но и в местах расположения торговых центров, так, чтобы нашим автолюбителям было удобно. Обязательно нужно, чтобы было обеспечено парковочное место. Соответственно, если это зима, это уборка снега. Ну и, ну, в первую очередь, конечно, это удобство для того, чтобы оставить электромобиль и, наверное, пойти попить кофе, пока он заряжается. А достаточно ли вот сейчас зарядных станций по Татарстану? То есть у меня и к вам вопрос, и к вам как к пользователю зарядных станций. Потому что говорят, что вот именно с станциями зарядными для электромобилей у нас инфраструктура немного шагает, опережает развитие самого транспорта в том плане, что их... они растут быстрее, чем количество автомобилей? Или сейчас уже сравнялось? Ну, я на сегодняшний день пользуюсь статистикой. У нас в республике 924 зарегистрированных электромобилей. Это я не беру в учет электромобили, как мы называем их, гибридные. Ну и на них 183 зарядных станции. Из них 134 – это зарядные станции сетевой компании. Я думаю, это более чем достаточно для наших электромобилистов. Вам достаточно этих зарядных станций? Я поддерживаю. Я просто благодарен сетевой компании, что действительно сейчас куда ни поедешь, куда ни направишь свой взор, есть зарядная станция. Я уже не беспокоюсь о своем маршруте. Когда составляю для себя какие-то поездки по городу, за город, я знаю, что я никогда не останусь наедине с автомобилем, всегда смогу подзарядиться и вернуться успешно домой. А вот сейчас у нас уже мы считаем, что хорошо развивается. Какие планы по расширению и развитию зарядной инфраструктуры тогда есть? То есть если мы сейчас уже до определенного момента дошли, определенных параметров достигли, что дальше? Дальше будет также реализовываться данная программа. Планы на 2024 год – это установка в республике не менее 30 быстрых зарядных станций. Тоже сетевая компания будет участвовать в этом проекте. Ну и, конечно, основное – это опять республиканские и федеральные трассы. Наверное, здесь есть вопрос, почему именно республиканские и федеральные трассы. Но сейчас бизнес развивается, и очень многие тоже планируют покупать электромобили. Если будут осуществляться перевозки между городами, то, конечно, заправочные станции будут нужны. Ну, потому что, действительно, если в городе это есть еще вариант как-то решить проблемы, на трассе уже все это должно быть решено, конечно, известно заранее. А легко ли водителю сориентироваться, найти? Вот, ну, если мы знаем вот эти знаки АЗС, все уже привыкли, где что как находятся электрозарядные станции, найти и понять, что там действительно вот можно зарядить машину, что это не просто заправочная, газовая или какая-то бензиновая, а для электромобиля. Легко ли сориентироваться водителю? Легко. Легко, потому что есть мобильное приложение сетевой компании, отображающее на карте республики, города, зарядной станции. Она очень удобно сделана, она содержит навигатор. Соответственно, все мои маршруты, так или иначе, которые составляю, с учетом заправочных станций составляю. Ну, то есть, получается, вот как раз мобильное приложение, если мы видим, что уже на классических автозаправочных станциях приложение уже есть для использования, то есть логично, что на автомобилях будущего такое должно было быть. У нас есть небольшой ролик, давайте его посмотрим и сразу будем комментировать по моментам по поводу как раз приложений. Вот система управления для сети ЭЗС. И вот сейчас следующий кадр. Карточка станции, то есть... Здесь какая информация получается? Здесь мы видим, какие есть типы коннекторов, то есть какой автомобиль можно заправить. Это GPT, это CCS или CHAdeMO. И мощность станции. Соответственно, мы можем рассчитывать, как быстро мы заправим автомобиль свой на данной станции. Давайте дальше посмотрим, что еще есть. Ну, то есть, да. Выбор типа зарядной сессии. Что это означает? То есть мне вот как... Я не пользуюсь электромобилем, вот не знаю, что это. Ну, вот данный пример показывает, да, что мы подъехали с автомобилем на зарядную станцию, выбрали тип коннектора CHAdeMO и выбираем, к примеру, мощность необходимую 22% зарядки аккумулятора.
Здесь можно также выбрать и другие варианты. Можно по времени выставить, можно по мощности станции выставить необходимой. И ну, это получается как литраж, да? Вот насколько ты хочешь заправить. Да, полный бак, или мы хотим там, или у нас просто есть время там сходить в кино или в кафе и в это время выставить по времени заправочную станцию. Ну, удобно, что необходимое время для полного заряда тоже отражается, потому что если бензин заправлять быстрее, то зарядка дольше. Процесс зарядки? Процесс зарядки — это такая некая приоткрытие для нас завеса для автовладельцев, как происходит сам процесс зарядки, с какой мощностью автомобиль принимает мощность, тавтология у нас получилась, и какой процент в это время уже зарядились. Мы можем спрогнозировать, как долго мы еще будем стоять на станции, ну вот, и стоимость зарядной сессии. Стоимость, да, это один из ключевых параметров. А далее у нас здесь как раз вот стоимость. Ну, здесь, думаю, понятно, человек, который просто пользуется обычной заправочной станцией, что, да, оплатить сколько и стоит. Оплата, да, тоже очень удобно. Там никаких сложностей нет, карточку мы привязываем. Ну, техническая поддержка, я вижу, да, что все-таки этот актуальный вопрос по технической поддержке возникает. То есть у вас возникали вопросы как раз, когда требовалось решение каких-то вот таких проблем, каких-то недочетов? Ну, у меня автомобиль Nissan Leaf, и он такой народный автомобиль, с ним проблем ни разу пока не возникало. Я вот постучу по дереву, надеюсь, деревянная у нас панель. Вот. Но в то же время я также активно участвую в чате ЭЗС сетевой компании и читаю для того, чтобы, ну, какие проблемы могут возникнуть у пользователей. Ну, то есть техническая поддержка, все это действует уже организованно, и если какие-то вопросы, трудности возникают, все это решается. А какие трудности возникают вот с точки зрения возведения электрозаправочных станций и с точки зрения эксплуатации? То есть какие здесь вопросы? Как пользователь заправочными станциями, я для себя проблем, конечно, увидел только зимой, к сожалению. Это подъездные пути. Это у нас в этом году зима очень была такая напряженная, снега выпало много, и подъездные пути зачастую, к сожалению, ну, завалены снегом, прямо говоря. Всякие варианты бывают. Это когда и трактор пройдется, почистит основную дорогу и завалит станцию, и к ней не подъехать. И есть другой вариант, когда наоборот, возле станции все чисто, красиво, аккуратненько, и автомобили с ДВС паркуются возле станции, тем самым закрывая подъезд к станции. Очень неудобно, мы очень часто жалуемся, очень много ругаемся с пользователями обычных автомобилей. Ну, иногда получается нас выслушать и идут навстречу. Но вот с точки зрения организации самой электрозаправочной станции какие-то особенные требования, сложности есть? То есть мы вот видим, да, но это снежный вопрос, он классический как бы для всего, для любой инфраструктуры, а здесь какие-то отдельные требования с возведением, там какие-то территории, зоны отчуждения, может быть, еще что-то? Вы знаете, у нас таких больших проблем нету, потому что все-таки сетевая компания в одном лице является оператором зарядных станций и та организация, которая осуществляет технологическое присоединение. Я думаю, что в очень многих регионах, где частные инвесторы вкладывают денежные средства в установку зарядных станций, они имеют здесь немного больше проблем. Потому что мы достаточно оперативно решаем этот вопрос. Я, конечно, не думаю, что если бы у нас был частный инвестор, сетевая компания также бы осуществляла добросовестное технологическое присоединение, но все-таки я считаю, что это наше преимущество. Второй момент, который хотелось бы отметить, это есть вопросы по мобильной связи. Да? То есть мы все знаем, что зарядная инфраструктура, это в ней установлена такая же сим-карта, как у нас на телефоне. И очень есть много вопросов к нашим операторам связи по обеспечению именно достаточной связи. Я знаю, что вот в чате пишут: подъехал, не могу зарядиться. А учитывая, что стоит программное обеспечение на зарядной станции, мы видим, что просто отсутствует связь. Мы на сегодняшний день производителям такие требования выставили, чтобы они усилили зарядную станцию антенной. Я думаю, что у нас скоро это появится, и эта проблема тоже исчезнет. Ну, какие у нас вопросы есть еще в чате? Я вот, послушав коллегу Равиля, он мужчина, ему, наверное, легко поднимать пистолет, да, или коннектор. А вот знаю, что девушки жалуются по поводу данного пистолета. Как раз для зарядки. Да, для зарядки, да. То есть сам вот этот шланг, он достаточно тяжелый, особенно в зимнее время он не гибкий. У нас тоже есть пожелание к нашим производителям, чтобы они посмотрели, как можно
ну, возможно, уменьшить сечение кабеля, либо поменять его изоляцию. Я думаю, что они над этим работают, потому что все вопросы практически, которые поступают от наших клиентов, да, мы перенаправляем производителям. Ну, это получается как раз вот благодаря тому, что начинаем вот все это новые технологии все осваивать, как раз знакомимся с теми вопросами, проблемами, которые происходят, и с учетом того, что, может быть, мы быстрее, чем в каких-то регионах все это делаем, быстрее все вот эти проблемы и вопросы становления пройдем, и уже потом у нас, как принято в Татарстане, будут перенимать опыт. Скорее всего, к этому так придет. Ну да, у нас, в принципе, еще есть один момент, что нам достаточно хорошо помогает муниципальное образование, то есть органы исполнительной власти, по выделению места размещения зарядной инфраструктуры. То есть мы стараемся в первую очередь ставить там, где земля принадлежит муниципальным образованиям, потому что вопросы с арендой решаются достаточно сложно. Если это торговый центр, понятно, что каждый хочет заработать, но и выставляют разные условия. Ну вот мы видим, что вот точки вот сейчас на экране фотографии есть, то есть вот отдельно такие точки для зарядки. А планируете ли установку электрозарядных станций для вот в конфигурации зарядных хабов? Действительно, это мировая тенденция, мировой опыт. И на сегодняшний день вот из 23 установленных мест зарядных станций у нас по 2-3 зарядки, то есть это, ну, в виде хабов они и устанавливаются. Мы сразу поняли, что это для оператора зарядной станции менее затратно, потому что техприсоединение происходит одновременно 2-3 зарядных станций. Ну и очень удобно автомобилистам. Они понимают, что они вдвоем-троем могут подъехать к зарядной станции и зарядиться, а может быть даже и поговорить между собой. В чем преимущество тогда? Вот вы пользователь электромобиля. В чем преимущество? Вот сейчас, потому что кто-то посмотрит, классические пользователи обычных автомобилей. Экономичность. Владение электромобилем — это все-таки экономия. Экономия как по виду топлива. Затраты на электроэнергию у меня значительно меньше, чем на бензин. Это я ощутил реально. И в то же время частично уходит на эксплуатацию автомобиля, тоже сокращение, так как нету двигателя ДВС, соответственно, мы техобслуживание и все виды работ, которые с этим связаны, у нас исключаются. У нас сохраняются частично это механические какие-то работы, потому что все-таки это механический автомобиль. Так или иначе, шасси есть, трансмиссия есть, но это значительно меньше, чем автомобиль с ДВС. В то же время я могу сказать про экологичность. Да, это тоже экологично. Это очень комфортно, это бесшумно, это удобно. Это некая динамика, которую ты ощущаешь, сидя за рулем. Ну а далеко ли можно уехать? Насколько хватает хода вот при полной зарядке? У моего электромобиля 150 километров. Угу. То есть я летом могу гарантированно проехать 150 километров пути. Соответственно, мои маршруты зачастую либо связаны, да, с таким маршрутом, как 150 километров, либо я планирую с учетом заезда на заправочные станции и заряжаюсь. Но зимой, эту зиму прошли нормально, то есть, как если мы привыкли, телефоны где-то разряжаются, то есть автомобиль выдерживает, не разряжается, все нормально. Зимой у меня маршрут, соответственно, да, сокращается, как и телефоны есть, на улице, да, соответственно, тоже разряжается. Точнее, даже не разряжается, а просто у него емкость падает. Угу. Соответственно, мне хватает на 100 километров. Это связано с тем, что аккумулятор прогревается, это связано с тем, что я прогреваю салон автомобиля. Мы хотим все в комфортнее, в тепле. Вот. Соответственно, 100 километров. Угу. Это уже, да, это уже немножко... Но зиму в любом случае электромобили проходят и выдерживают. Проходят зиму. Это у меня третий сезон, я подтверждаю, мне это нормально. Комфортно. Это слово о том, что могут спросить электрозарядные станции у нас в таком климате. Давайте у нас близится программа к завершению. Вот пара вопросов. А есть ли планы по установке зарядных станций за пределами республики? Ну, у нас пока таких планов, конечно, нет. Зона деятельности сетевой компании – это Республика Татарстан, и мы все-таки пока будем работать в нашем регионе. Хорошо, но за наш регион мы, по крайней мере, не беспокоимся, все у нас будет хорошо. И буквально в паре слов, почему вы считаете, что за электромобилями будущее? И считаете ли вы так? Да, за ним будущее. Это перспективный, это автомобиль будущего. Я тоже считаю, что это удобно, комфортно, безопасно, но и, прежде всего, экономично. Ну что ж, если кто-то вот думал,
стоит ли приобретать электромобили, не стоит. По крайней мере, не агитируем, но вот рекомендации дали, рассказали, как, где можно заправиться, как у нас развивается инфраструктура для зарядки электромобилей в Татарстане. И будем рады видеть вас в студии снова, чтобы еще раз рассказали нам о таком интересном технологическом развитии. А вы смотрели программу «Актуальный разговор». Меня зовут Анатолий Никитин. Смотрите телеканал «Татарстан-24». До встречи.